Люберцы присоединились к всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году проект прошел под лозунгом «Мода на традиции». Жители и гости городского округа посетили учреждение музейно-выставочного комплекса. Что на этот раз приготовили для них работники культуры, расскажем в следующем сюжете. Этот зал краеведческого музея называют Люберецким Эрмитажем. Здесь собраны жемчужины мировой культуры. Уникальная мебель, украшения, одежда, игрушки и аксессуары окунают в мир прошлых столетий. Экскурсовод, а он же главный хранитель музея Наталья Степанова, знает историю каждого экспоната. Некоторые предметы связаны с именами великих людей. Вот этот шкаф называется Микеланджело, потому что в Италии существует гробница Медичи. Эту гробницу Медичи оформил, вырезал из мрамора Микеланджело сам. Тот человек, который сделал это граф де Морни, который заказал этот шкаф, он родной брат императора Наполеона III. Одна из посетительниц – Наталья Теплицкая, преподаватель детской школы искусств. Недавно она была в краеведческом музее со своими учениками. Сегодня снова вернулась сюда, на этот раз вместе с семьей, невесткой и внуками. Второй раз я уже смотрю эту экскурсию и с удовольствием еще раз все это слушаю. Это все предметы уникальные, особенно когда ты знаешь, что они связаны с такими знаменитыми людьми, с такими именами, которые мы даже просто не представляем, что это возможно. Ведь действительно и не Москва, и не какие-то другие города, а люберцы. А предметы приехали из Парижа, из Франции, и они истинные, настоящие. Просто уникальная действительно выставка. Уникальная. Этажом выше детские голоса и бурная творческая деятельность. Пока взрослые рассматривают экспонаты, маленькие гости на мастер-классе по декоративно-прикладному искусству учатся делать открытки в технике оригами. Здесь был сгиб, а тут у нас именно много-много складочек. Пришли с детьми, со старшими, одна школьница и сын дошкольник. Школьникам очень интересно уже все эти экскурсии, узнать что-то новое. Ну и, конечно, мастер-классы. Дети очень любят творчество. Мастер-класс по лепке из глины, открытие художественной выставки, творческие встречи, стихи и песни. Программа «Ночи музеев» в этом году обширная. За последние 2 года акция впервые проходит без ограничений. Даже у нас в этом году лекция по нутрициологии. Мы заботимся о здоровье наших жителей и о своем тоже. Суставная гимнастика будет интересная. В прошлом году «Ночь музеев» была под эгидой «Больше, чем музей». Мы остаемся в этом формате, добавляя моду на традиции. Акция, приуроченная к Международному дню музеев, прошла во всех структурных подразделениях музейно-выставочного комплекса. Учреждения культуры бесплатно посетили сотни жителей и гостей городского округа Люберцы. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.